суббота, 23 марта, 9 часов утра. В отделении переливания крови не протолкнуться. Десятки химчан откликнулись на призыв прийти на помощь пострадавшим после теракта в Крокус-Сити-Холле. Запасы необходимой крови уже передали врачам, которые борются за жизнь раненых. Сейчас необходимо восполнить резерв. Всего одно слово, это мой долг. Мы не можем остаться в стороне. В понедельник в центре приема крови продолжается работа в плановом режиме, но и сегодня людей здесь больше обычного. Химчанка Яна Смирнова, узнав о теракте, не смогла остаться в стороне, сдает кровь впервые. В интернете везде пишут, что очень много крови нужно после теракта, людям очень она необходима, я решилась, долго боялась, поехала сегодня и сдала. А вот Алексей Кухарь – донор со стажем, однако в этот раз он пришел раньше времени. Кроме этого, он уже несколько суток работает на месте трагедии, участвует в поиске пропавших людей. Я там уже вторые сутки был, работал на этом Крокус-Сити. Очень, конечно, страшно. Такая трагедия в стране творится, что нужно помогать, во-первых, те, которые сейчас в больницах, люди там. И дети, и сколько пострадавших. Одной из первых сдать кровь пришла и химчанка Мария Рыжкова. Говорит, это долг каждого. Объявили, что ждут доноров для сдачи крови. У меня даже не возникло какого-то вопроса, планово это у меня будет, не планово. Я пришла, меня приняли, и для меня это уже, большая благодарность медикам. Я рассчитываю, что моя кровь будет востребована и попадет под назначение. По словам медиков, наиболее востребованная кровь – первая отрицательная. Она универсальна и подходит всем пострадавшим. А это важно, когда нет времени на поиски нужной группы крови. В субботу к нам обратилось очень много людей, именно с первой отрицательной. Сейчас ее заготовлено в достаточном количестве. Желающих очень много, поэтому у нас ведется запись. Мы никому не отказываем, для того, чтобы не было здесь скопления народу. То есть мы их записываем, и все в порядке очереди приходят в свое время и сдают кровь. В эти дни в отделении особенно ждут доноров с редкими и универсальными группами крови. Желающим рекомендуют предварительно записываться на прием. Станция переливания крови расположена в Химкинской областной больнице в поликлинике номер 1 на улице Чекалова, дом 2, /21. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.